Я что, и выползла как раз на нашу, и надо выглянуть из-под куртки. А я бы мог руку туда запихать. Ну, а как бы тут она отсечена, получается. А они любят вот под такими этими лазить, видите. Она выползла, и под пихтой ползет, ни хрена не чувствует языком. Пихтушка-то запах отбивает весь. Ну, оделся тоже, все, свитер одел, чуни одел. Буду как бы это отдыхать сейчас. Итак, сегодня с вами сходили далеко. Даже просмотрели там на третий плес, короче. На слив сходили. Тут, на там, где живет медведь, красивое место. Но... Ну, вот так вот. Сразу оделся, чтобы потом не пыркаться, не прыгать. Ну, сейчас чай попьем. Дракон тут означает, что тут змеиное место драконьев. Змей Горыныч. Ну, вылитый Змей Горыныч. Вроде это обгорело с этой, с сырой. Вот эта штука. И пускай икшают. Сейчас еще вон ту встанем. Эту сыринку давайте подбросим. Трушинку, сыринку. Труху подбросим. И пусть она там, короче, трушится. Так. Вот так. Даже можно было ее и в центр засунуть. Но они тогда между собой кшать не будут. И толку не будет никакого. Поэтому сверху положили. Ну вот так, для дыма. Трухлявина, видите, задымилась. И кшает стой. И сильно тоже дымит, получается. Дым куда у нас, сейчас посмотрим. Не понять куда, просто вверх. Примерно вид, как мы спим. Вот такой. Если медведь придет, посмотреть. Вот такой. Змейка-то уже посмотрела. Да и медведь, наверное, конечно, посмотрел. Вот такой, ребята. Бушкрафт. А ручей перестал булькать. Не булькает. Трухля отлеет, да? Зашлась с этими. А у нас целый пень, короче. Этот трухли. Сейчас покажу. Целый пень. Можно всю ночь, короче, его. И на каменной осыпи кто-то там трескается. Ну вот тебе, ребята, послушайте снизу, ему под курткой. И как жрят комары. Сейчас подсветку выключу. Вот теперь мы под курткой. Слушайте, как жужжат комары сверху. У нас тут нету ни одного комарика. И так же я уже дымать стал. И они к нам не могут попасть. Класс. Где гудит, не пойму. Ёлки. Там сучки, вроде деревья не шевелятся. Это. Ну вот тут. Как ветерок вроде. Время 9 часов. Наша задача переодеть и еще трухли принести. Ну, потому что там болотце, а мы у них. Ну вот так вот. Вот опять. Не понять, что. То ли шумит, то ли не шумит. А там шумит, видите, деревья качает. Участками, короче. Участками ветер. Сколько трухлика принес. Ну, то, до целую ночь, наверное, хватит. И эти вообще сырые-сырые, короче, вот эти боковинки. А ветер у нас пошел в другую сторону. Надо выйти, заснять, как это все красиво смотрится. Да? Другую сторону реки имеет.
Этот работает. Филин. Так смотрится наш. Ну вообще небоскреб. Дым. Ну он шел в ту сторону, теперь не идет. И опять дым в реку потянуло. Внимательно, видите, это-то прогорит, куда она, на ноги будет к нам падать, у нас тут ноги, вот, тут лежим, ноги надо поправлять, аккуратно ее поправить, короче, не на наши ноги падал, пускай лучше в ту сторону падает, ну вот так вот, это сильный, макушки, короче, качает, там какое-то дерево тоже завалило, походу ночью может быть и дождик. Мы полежим, отдохнем под нашей елкой. Высоченная елка, как небоскреб. Видите, ветер как раздувает дым в реку. Слушайте, как уводит. Птичка. Правда ли красиво? Задремать стал, а у пня защелкало, видите? Или караток защелкало. Этот как там его? Трухлявая. Прикорнул. Давайте маленечко поспим. Там ночью встанем, может, разведем костерчик. Час ночи. Ну вот так. У нас что, этот завалился? Он, наверное, упал. Ага, упал. Трухля упала. Ну и маленько дымит. Сейчас без подсветки покажу как. Без подсветки вообще темно смотрится. Сейчас ночи, короче. Мало-мало просвечивает только. Ну и костер практически не сводится. Но ждет, походу, у нас дождик гремит. Гром. И что-то под головой зашевелилось. Я теперь по земле стучу, чтобы побраться уже создать. Чтоб поймала. Ну этот, получается, видите, переела бревно полностью. Ну вот, если надо веселый костер, просто этот длинный шест вон тот подбросили. Вот так. И маленько коры положили. И все горит замечательно. Видите, какая. Надо просто меньше огня. Шест этот уберем. И все будет гореть по-другому. Шест даже решил сам убраться. Пал. Как бы вот так получилось. Но оно и правильно. Сейчас уберем еще. Отодвинем, чтобы он вообще не горел. Так. Ну вот такая регуляция огня. Простая, незатейливая. А гром все громыхает. Ну и мы сейчас трушинку положим, чтобы дым был. Но он и так дымит хорошо. Одно, а будет дождь или нет, неизвестно. Пускай гремит, гремит вокруг. Или вот он уже пошел дождь. Вот подвинули одну вверх, и видите, она сухая, это сырая снизу. Уголь ест и горит хорошо. А время пол третьего. Вот такой, видите. А этот пень весь, вертикалка у нас прогорела. И так подвинул, чтобы на ноги опять не упал. Да, заметим, ночью комаров нету. И это хорошо. Очень хорошо. Что тут у нас? Ну вот, если что, вот, просто по земле ударили. Если змейки, то...